Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать такие популярные ножички. Вот они, я их здесь собрал, лежат они у меня. Из кованой стали H12MF. Давайте я каждый ножичек покажу вам, расскажу про сталь, что она из себя представляет. И кому что понравилась форма, обращайтесь к менеджеру, вам отправят в день заказа. Да, и обязательно подпишитесь на наш канал в Telegram. Ссылка также там будет. Там много ножей очень интересных выкладываю со скидками. Вот у нас эта подборка. Ну, здесь 4 ножа, 2 одинаковых медведь. Просто давайте, наверное, я с него и начну. Вот он. Да, о, какой красавчик. У нас тут дождичек небольшой идет. Как раз по делу все и скажу. Сталь кованая H12MF. Да, буду говорить и буду показывать то, что вы получите. Ручка Венге. Сталь, значит, что из себя представляет? Твердость 61 единица. Сталь имеет хрома 12%, что позволяет ей быть, ну, минимальный уход делать. Вот, этот нож медведь. Цена, кстати, любого здесь ножа 4500 рублей. Эта цена уже со скидкой, и дешевле она не будет. В связи сейчас, сколько стоит материал обработки. Итак, вот он, ножик медведь. Вот еще один тоже нож медведь, только он со следами ковки, то есть и сатин. Там была полировка в зеркало, здесь сатин, след ковки. Это так брутально, очень тоже интересно. Ручка из черного граба и стабилизированная вставочка. Вот такой вот шикарный, красота. Вот здесь вот, о, вот он, видите, прям бомба. Обух 4 мм, длина его 150, если не ошибаюсь. Вот такой вот красавчик. Так, это значит, в плане вот этих ножей, это, ну, такой, знаете, он универсал, обух 4 мм, там, да, вон там им что-то вот срубить можно, да, брысь там, где-то там какой-то, там, сучок, вот, ну, там, палочку, все, это от коры, а то сейчас подумают, что что-то там это скажут. Вот, а следующий у нас ножичек, да, вот идет такой нож Варан, он совершенно другой конфигурации, он тонкий, тут 2,6. Ручка тоже Венге, такая вот присадка, значит, да, дождик идет. Так вот, нужно сталь протирать эту сталь после воды, и тогда она не будет ржаветь. Ну, просто вот насухо протерли, там, помыли, к примеру, если поработали. Этот вот нож Варан, он идеален для разделки рыбы за счет своего остренького носа. Им можно как обваливать мясо, так и рыбу, ну, спарывать. Все меня понимают прекрасно, о чем я сейчас говорю. Также вот есть два ножа Хищник тонких. Это был заказ, мы сделали их много. Вот есть сейчас они две штуки лишних у нас. Цена такая же, пожалуйста, кому что надо, вот мы их отправим. Вот он. Тоже полировка в зеркало. И еще один из моих таких ножиков, это Соболь. Но это уже разделочный нож, это небольшой, здесь примерно 100, не примерно, а 117-118 длина клинка и 26-27 ширина. Вставочкой стабилизированной карельской березы, нож также 2,6, он не толстый. Давайте это я вам сейчас полностью покажу. Погода у нас зима уже начинается, вот пошли сейчас дожди, наверное, за раз. Снег уже был, растаял, сейчас за раз, наверное, выйдет. Кому что понравился, значит, скрин менеджеру на WhatsApp, Viber и пишите, вам отправят. Количество ножей, конечно же, ограничено, но в любом случае, если вам не хватит, не надо никакой паники. Мы вам просто сделаем под заказ в кратчайшие сроки. Каждый нож комплектуется ножными из натуральной кожи. И обязательно подпишитесь на канал Telegram. Обязательно. Там будут конкурсы, скидки. Обязательно подпишитесь. Все, всем спасибо, всем удачи.